Сегодня в 8:40 утра было нарушено железнодорожное сообщение в сторону Москвы. Как удалось выяснить из наших источников, причиной стало чрезвычайное происшествие. Электропоезд Москва-Самара-Оренбург сбил человека в районе станции ЦМГигант. По счастливой случайности он остался жив. Как нам стало известно, мужчина 69-го года рождения получил серьезную черепно-мозговую травму и переломы. Движение поездов было восстановлено почти сразу же после происшествия. Все электрички пошли в соответствии с расписанием.